Так, всім привіт. У нас вже 58 осіб тут долучилися. Та? Хочу сказати, що цікаво почути, хто і звідки. От там у нас є чат. Буду радий прочитати, з якого міста ви до нас долучились, приїхали, так сказати, онлайн. Та, мене звати, нагадую, Макс Тимчій. От поки ви пишете, коротко розповім про... Те, хто до нас сьогодні завітав першим спікером, це також Макс. Це одна з моїх мрій, коли завжди у мене є гість ще один Макс. І ми можемо про 3D Макс пошуткувати, про 2D Макс. Та сьогодні з нами Макс Котляр. Він у нас прийшов, та, він махає вам ручкою. Він до нас прийшов з темою Developer's Cut Video and Composition Pipeline. Та, і десь веде таке враження, що з бункеру своє, мабуть, стрім, тому що так темно на фоні мене. От, і я думаю, можливо, це занадто секретна інформація, щоб її розповідати всім. Так, він є тімлід iOS-команди в компанії Amazing Apps. Сьогодні Макс нам розкриє і розкаже щось цікаве про обробку відео та аудіо в iOS-додатках. Максим сьогодні відкриває наш потік. Тож давайте його підтримаємо бурхливими оплесками в нашому чаті. Буду чекати, звідки ви прийшли, потім повідомлю. От Максим, можливо, коротко розкаже взагалі, звідки він, тому що я насправді його вперше бачу. І хоча б цікаво було почути, звідки ти, звідки зараз ведеш стрім, і як ти взагалі сьогодні, як твій настрій? Я із Києва, із компанії Amazing Apps. Я переїхав в Київ із Харкова. Года 3 назад веду стрим из дома у себя. Вот. Разработкой занимаюсь уже 4,5 года, где-то так. Вот. Так. Я читаю, о, є хтось з Черкас, Київ, Миколаїв, Львів, Київ, Житомир, Кропивницький, Київ, Київ, Дніпро. Бажано, коли ви пишете Київ, писати, звідки ви в Київ приїхали. Вінниця, Бухів, Чернігів, Ірпінь. Так, я думаю, в принципі, там пішли далі емоджі, і ми можемо починати, щоб не затягувати. Тож, в'йо до нашої першої презентації з нашим чудовим гостем. Я тушусь і передаю слово тобі, Макс. Так, я надіюсь, видно мой экран. Так, Тарится экран. Тут відпишіть в чаті. Відпишіть в чаті, будь ласка, тому що я не все бачу зараз, я бачу лише Макса. Так. Зараз там у нас затримка десь секунд 30, я думаю, через цей час нам відпишуть, чи видно все, вже. Я тепер, о, вижу, тепер я теж бачу. Теж. Все. Клас. Так. Всім ще раз привіт. Меня зовут Максим, я работаю в компании Amazing Apps. Я бы хотел поделиться опытом создания приложения видеоредактора. При создании утилит много рутинной работы, поэтому я решил заострить внимание в основном на core-логике. Надеюсь, мой опыт будет вам полезен. Что внутри? Мы начнем с интро. Я покажу то, чего мы хотим добиться в результате. Затем мы выберем тулинг, будет немножечко теории. И будет демо имплементации в Xcode. И дальше я расскажу про другие челленджи, которые были на пути, которые не вошли в этот доклад. Рассказывать я буду на примере приложения Yavi. Это приложение находится сейчас в активной фазе разработки. Вот. И оно имеет следующий функционал. У нас есть видеосеквенсинг, то есть мы можем располагать видосы друг за другом. У нас есть триминг. Можем резать видосы, там в каком-то моменте их разделять, переставлять местами. У нас есть транзишены. Можем делать какие-то различные переходы с одной части видео на другую часть, и их много разных. У нас есть трансформация. Мы можем каким-то образом менять поворот и скейл видосов и располагать их на канвасе. У нас есть фильтры для цветокоррекции, и похожие на них вещь-эффекты, они отличаются чуть-чуть способом применения. Также мы можем менять скорость видосов, ускорять и замедлять их. И у нас можно смешивать аудио,
У нас есть аудиобиблиотека, из нее можно добавлять различные там треки, звуки, SFX, и смешивать их, вставлять им там fade-in и fade-out по громкости. Также у нас есть оверлеи, такие как, например, текст. И к оверлею можно применять также трансформации и имиджи. То есть пикаем с галереи фотку, добавляем на видос. И для всех оверлеев работает такая штука, как блендинг-моды. Это режимы смешивания. Если вы работали когда-нибудь там с фотошопом или каким-то графическим редактором, эти термины должны быть вам знакомы. Итак, тулинг. Для решения этих задач я выбрал Apple Framework AV Foundation, потому что в целом не из чего было особо выбирать. И из альтернатив есть FFmpeg, чистый, но это бы заняло годы разработки. И есть еще GPU Image, который тоже умеет декодировать видосы. Вот. Но это тоже было бы более затратно, и AV Foundation в целом покрывает наши потребности. Также AV Foundation плюс-минус хорошо документировано. Ну, скорее минус, чем плюс, но в целом, как Apple могут документировать, так задокументировали. И также Apple является, вернее, AV Foundation сопровождала, разработку AV Foundation сопровождала разработку Apple-овых приложений, таких, как вы видите сейчас на экране. Вот, так что, опираясь на функционал этих приложений, мы можем приблизительно прикинуть, чего мы можем достичь при помощи AV Foundation. Также нам понадобится библиотека для обработки графики. Я выбрал Core Image. Это фреймворк от Apple. Наверняка многие с ним так или иначе сталкивались. Он предоставляет удобную абстракцию для GPU Accelerated обработки изображений. Имеет кучу встроенных фильтров, много функционала. Комбинируя просто стандартные фильтры, можно уже добиться очень интересных результатов. И он расширяем кастомным функционалом при помощи Meta Language и CI Kernel Language. Итак, теория. Как выглядит типичная схема плейбека видео? У нас есть AV Asset. AV Asset мы создаем из какой-то URL на видос либо аудиотрек. На фотке нельзя создавать AV Asset. Дальше мы этот AV Asset, мы с помощью него инициализируем AV Player Item. И дальше мы говорим player, проиграй нам вот этот player item. Ну и нам нужно это все куда-то вывести, поэтому мы говорим AV Player Layer, вот ты отображаешь информацию, которую воспроизводит вот этот player. Вот. Все круто, нам нужно только немножечко модифицировать эту схему, и, допустим, чтобы последовательно поставить один asset за другим в проигрывание. Для этого есть такой класс, как AV Composition. AV Composition представляет из себя AV Asset также, но он может, мы можем композировать его, мы можем составлять из разных сегментов композицию. Соответственно, мы можем взять несколько ассетов и сказать, что один видос, потом второй видос, это все AV Composition, и это все дальше идет по тому же самому flow. Мы можем расширить этот flow. AV Asset и Composition отвечают за источник данных и никаким образом не влияют на то, каким образом они будут отображаться и слышаться. Поэтому у нас есть такой класс, как AV Video Composition. Нейминг, конечно, не самый удобный. AV Video Composition — это класс, который отвечает за то, как будет видео выводиться, каким образом оно будет отрисовываться. И есть AV Audio Mix — это то, каким образом будет рендериться именно звук. Я нарисовал схему, как выглядит уже скомпозированный player item. У нас есть видео и аудио дорожки. Это все часть AV Composition. В данном примере у нас есть два видоса и два аудиотрека. Они все взяты из ассетов. И у нас есть asset track 1 и 2. И они пересекаются друг с другом. Я подразумеваю, что там будет переход между ними. И точно так же с аудио. То есть есть два трека, они пересекаются. Дальше у нас есть AV Video Composition. AV Video Composition состоит из инструкций. Это инструкции, как отрисовать конкретный участок, конкретную точку времени. То есть у нас в данном случае получается, что будет три инструкции. Одна инструкция — мы проигрываем asset track 1. Вторая инструкция — у нас есть переход с трека 1 на трек 2. И третья инструкция — мы продолжаем проигрывать трек 2.
Для аудио у нас есть один общий аудиомикс, в котором меняются параметры для каждого трека. На данном примере я иллюстрировал, что меняется volume каждого трека, то есть и будет плавный переход с одного на другой. Как это выглядит в коде? У меня есть ViewController, который я унаследовал от AV-Player ViewController. Тут ничего такого, просто ViewController, мы будем его использовать, он выглядит как стандартный iOS-ный плеер. Итак, что нас здесь интересует? Каким образом мы создаем композицию? У нас есть метод, который я создает, мы просто создаем player item и инициализируем его с композицией. В данном случае я хочу продемонстрировать, как можно просто поставить один видос после следующего. И дальше мы начинаем ее проигрывать. Как происходит создание композиции? Здесь есть два ассета, я их заранее подготовил, есть вот просто два видоса и есть два аудиотрека. Вот. И дальше что мы делаем? Мы создаем композицию с помощью AV Mutable Composition. Берем видеотрек и говорим ему добавь, вернее, берем композицию и говорим добавь на себя видеотрек, добавь на себя mutable трек с медиатайпом видео. Мы создаем на этом композиции видеодорожку. Дальше нам нужно пробежаться по нашим ассетам и из каждого ассета достать видеодорожку. То есть мы говорим ассет, дай мне первую дорожку с медиатипом видео. Дальше видеотреку мы говорим insert time range. Time range из себя представляет класс CM time range, и в нем есть начало и duration. И время в Core Media выражается при помощи CMTime. Пару слов про него. Время — это рациональное выражение, время в Core Media, которое состоит из value и масштаба, таймскейла. То есть оно выражено при помощи IN64 и IN32. И вот, например, если value у нас будет 20, а масштаб будет 10, то это 2 секунды, то есть это 20 десятых секунды. И либо 1/2, допустим, это будет полсекунды. Это нужно для того, чтобы не ошибаться при работе с числами с плавающей запятой. Поэтому время репрезентуется таким образом. Ну а time range, соответственно, это диапазон времени. Итак, мы говорим видеотрек, insert time range. И говорим, какой диапазон из видоса, который у нас из ассета, нам заинсертить в видеотрек. И диапазон чего? То есть мы говорим, вот есть ассет-трек, мы его взяли, вот его таймрейндж. И дальше куда нужно заинсертить? То есть здесь я просто взял duration, потому что при первой итерации duration будет 0, и оно вставит начало, а при следующей итерации это будет длина, это будет конец предыдущего ролика. Что получается в результате? Есть видос 1. И за ним видос 2. Круто. И они длятся там приблизительно 24 секунды. Окей. Если мы хотим, допустим, изменить скорость какого-то видоса, то у нас чуть-чуть меняется flow, но не сильно. Все точно так же. Есть два видоса подряд. Мы выносим какую-то скорость, конвертируем ее в масштаб, это обратная скорость. Создаем композицию, добавляем на нее треки. Все точно так же. Единственное, что нам нужно отдельно вычленить, куда будет происходить вставка. Мы заранее знаем, что вставка будет от конца композиции до времени нашего трека. И вызываем такой метод у видеотрека scale time range. Insert time range — это место, где мы, это диапазон, в котором мы делаем ставку. И нам нужно сказать, до какого duration нам нужно растянуть этот сегмент, который мы только что вставили. Умножать CM time на float нужно вот такой функцией, и там много таких C-like функций. Вот. И можно сделать extension, я для наглядности оставил именно CM time multiply by float 64. Окей, как выглядит? В данном случае я ускорил композицию в 5 раз. Круто, все стало быстрее. И теперь
Еще один момент, как добавить аудио в композицию. То же самое, отдельно выделяем аудио. Видео вставляется точно так же, как в первом случае. Что нас интересует в аудио? В данном случае нам для аудио нужно на каждый аудиотрек создавать, на каждую ассет создавать по отдельной дорожке, если мы хотим, допустим, отдельно регулировать им громкость, и если они будут, допустим, пересекаться. Поэтому все в целом точно так же, просто мы еще отдельно создаем аудиодорожку. То есть мы говорим add mutable track with media type audio, ну и, соответственно, достаем его тоже with media type audio. И инсертим точно так же в конец таймранжа. Я надеюсь, вам будет слышно звук. Я их специально криво обрезал, чтобы потом показать, как можно сделать переход. Итак, в этом в целом basic создания AV Composition. У нас есть видеокомпозиция. Видеокомпозиция, как я уже говорил ранее, это класс, который позволяет видоизменять то, каким образом будет отрисовываться каждый кадр. Я показывал уже это на схеме. У нас есть композиция, и у нее вот есть эта видеокомпозиция. Сфокусируемся на инструкциях. Как это выглядит? У нас начинается воспроизведение, и каждый кадр у нас вызывается, у нас в композиции передается некий rendering request, запрос на отрисовку. В нем есть время и ID-шники треков. По этим ID-шникам мы можем достать кадр из трека. Соответственно, если у нас сейчас есть только один кадр, только один трек в этом диапазоне, то у нас будет просто это массив с одним элементом, с каким-то ID-шником. Если это будет два трека, то у нас в этом массиве уже будет пересечение двух треков, у нас уже будет два ID-шника и, соответственно, время точно так же. И как только мы перейдем к следующему, там будет первым элементом храниться только второй. Видеокомпозицию используют для цветокоррекции, фильтров, трансформаций, кропа, эффектов. В целом мы полностью там регулируем, как будет отображаться наш кадр. Итак, демка. Я сделал композицию с оверлэпом двух видосов. Здесь все происходит примерно как с аудио, то есть мы на каждый видос добавляем по треку. И я вот вынес transition duration, и я время вставки каждого следующего видоса корректирую на этот transition duration, чтобы был переход. То есть один видос будет накладываться на другой. И нам нужно создать video composition. Как это делается? У нас есть класс. У нас есть сама композиция, которую мы создали вот в этом методе выше. И у нас есть item, который мы создали все точно так же. И теперь мы этому item говорим, item, твой video composition будет тот, который вот мы создадим сейчас. И дальше вызываем play, просто, короче, просачиваем player item, video композицию отдельно. Есть два способа создать video композицию. Первый, это, я бы сказал, такой простой путь, CI-based путь. У нас есть инициализатор у класса AV Video Composition. Мы передаем asset, это наша композиция в свою очередь. И в нее приходит вот этот самый request. Чем он ограничен, этот request? Этот request ограничен тем, что в нем есть только один трек и только один кадр. То есть мы здесь не можем делать переходы и всякие такие штуки. Мы можем просто, допустим, применить какой-то эффект. Вот в данном случае нам приходит в request исходное изображение, я его блюрю и говорю request, зафинишись с final image, который я заблюрил. Сейчас, по идее, просто должно быть видос, на котором все заблюрено. И дальше должен быть glitch. Вот, сейчас видос завис. Это происходит из-за того, что у нас видео разного разрешения. Если мы работаем с разными разрешениями и делаем кастомную видеокомпозицию, то нам надо самим хендлить, каким образом видосы будут располагаться. Поэтому есть более сложный способ это делать. Есть видеокомпозиция с кастомным композитор-классом. Реализация выглядит так. Мы просто создаем AV Mutable Video Composition, даем ей точно так же наш ассет,
И с этим и Custom Video Compositor класс. Custom Video Compositor класс — это что-то, что конформит протокол AV Video Compositing. Так выглядит у меня его реализация. Она чуть-чуть может испугать, но в целом тут ничего страшного нет. Протокол от нас требует не так уж много. Он требует нам задать Pixel Buffer Attributes. Это атрибуты пиксельного буфера, который будет приходить у нас запрос на отрисовку. Пиксельный буфер — это область памяти, которая менеджит данные о пикселях, об изображении. Грубо говоря, можно абстрактно говорить, что пиксельный буфер — это и есть изображение в данном контексте. Нам нужен будет дальше CI-контекст. Атрибуты вот эти вот, которые я использовал, в целом вот это подходит для большинства видосов. Это по поводу того, какие цвета может передавать буфер. И я передаю еще два ключа. Совместимость с Metal и совместимость с OpenGL. Дальше нам нужно выделить отдельно CI-контекст, который нам будет рисовать в этом буфере. И вот это методы протокола. Я сюда просто передал вот эти вот пиксель-буферы. Это требования к тому, какой пиксель-буфер может сюда приходить, и он будет уже адаптироваться под видеокомпозитор. У нас есть required атрибуты и есть просто атрибуты, которые валидны. Нас интересует метод вот этот, startRequest. Этот метод будет вызываться при отрисовке каждого кадра. Здесь я просто вынес в отдельный метод. В целом есть два варианта событий. Мы либо смогли отрендерить пиксельный буфер, либо не смогли. В первом случае мы просто финишим наш реквест с результирующим кадром. Во втором случае мы бросаем какую-то ошибку. Ну, вернее, не бросаем, а говорим, что реквест завершил, зафейлился с каким-то эрором. Все. Как выглядит реализация конкретно рендера пиксельного буфера? Нам нужно первым делом достать рендер-контекст. Простой способ достать рендер-контекст — это взять его из реквеста. Дальше у рендер-контекста есть метод, который возвращает нам новый пиксель-буфер. Это место, куда мы должны напечатать новый кадр. Вот, я его назвал output pixels. И у меня есть вот image, и я создаю CI-image из этого пиксельного буфера. То есть у CI-имиджа есть просто инициализатор, который может из CV-пиксель-буфера проинициализироваться. И дальше я, допустим, хочу добавить какой-то бэкграунд. Я взял CI-имидж, просто залил его белым цветом, обрезал до размера композиции. Дальше вот есть метод compositedOver. Это на самом деле применение CI-фильтра, но по факту это, собственно, метод композиции. То есть мы как бы одно изображение накладываем сверху на другое. И мы наложили на наш вот этот исходный пиксельный буфер сейчас все просто залито белым цветом бэкграунд. Что дальше? Нам нужно взять первый трек. У реквеста есть source track ID, о которых я говорил, и здесь вот будут трек ID-шники. Мы смотрим, если у нас есть первый трек ID-шник, мы достаем его буфер. Мы точно так же вот этому вот реквесту, который нам приходит в параметр, в аргумент, мы этому реквесту говорим, дай мне исходный кадр по трек ID-шнику, который мы вот здесь вот пикнули. Окей, дальше у нас нам нужно, собственно, его нарендерить поверх вот этого белого бэкграунда. Я говорю, image, стань имиджем из этого пиксель-буфера, скомпозированным над имиджем, который мы уже сделали. И вот выглядеть это будет вот так. То есть просто видос. Но это уже неплохо, потому что... И вот здесь мы видим проблему трансформации. Так как у нас мы теперь должны полностью сами хендлить трансформацию, нам нужно выбрать методику, каким образом мы будем располагать элементы на экране. Я выбрал для этого... Я для этого выбрал координатную систему UV. Она используется в графических библиотеках. OpenGL, там, Metal. Ее принцип в том, что ее середина находится в 0,5,0,5. Это относительная система координат. И абстрактно все изображение — это один. И для чего это нужно? Например, у нас есть какой-то overlay, который находится на экране. Есть какое-то изображение, допустим. И он находится по координатам 0,5,0,5. Мы его, допустим, передвигаем в координаты 0,75,0,75.
Дальше у нас пользователь, допустим, меняет размер канваса, он меняет соотношение сторон видоса. И было бы здорово все хранить в таких вот относительных значениях, чтобы сохранять приблизительную позицию на экране. Таким образом, мы плюс-минус сохраняем адекватное расположение элементов на экране. Но помимо этого, нам нужно еще перед позиционированием элементов на экране их полностью растянуть. Я написал helper-методы для этого. Здесь в целом ничего интересного. UV-координатная система, просто конвертация из глобальной координатной системы в относительную. И здесь примечательно то, что перед тем, как позиционировать любой компонент, я его центрирую, то есть делаю ему aspect fit на заданном размере, а после этого уже применяю ему трансформацию по UV. То есть в итоге, если я хочу заполнить весь экран, то у меня должны быть координаты 0,5, 0,5 и масштаб 1 у всего. И исходя из этих координат, я уже могу трансформировать. Сейчас вот я уже вызвал этот метод, я сказал, что я его фичу для рендеринга в этом контексте. И теперь все выглядит окей. Дальше. Я бы хотел сделать транзишн. Для этого мне понадобится доступ ко второму треку. У меня есть... Я проверяю, если сейчас у меня в реквесте есть еще один трек ID, значит, скорее всего, я делаю транзишн. Обычно, конечно, это может быть более advanced сценарий, но в данном кейсе это ок. Дальше я смотрю image buffer картинки, которая находится заоверлеплена нами, которая под нами. И беру source frame по ней. Дальше мне нужно узнать, какой диапазон, с какой секунды по какую секунду длится сам переход. Для этого я у композиции есть инструкция, и у нее есть вот этот вот time range. И это будет 7 time range, допустим, там с 5 по 10 секунду у нас длится транзишн. Окей, дальше мне нужно вычислить прогресс транзишна, то есть значение от 0 до 1, насколько он завершен. Я сделал простой extension для 7 time, fraction of time. Мы даем время и получаем значение от 0 до 1, насколько наш транзишн завершен. И дальше, допустим, я хочу сделать так, чтобы у нас менялась альфа у компонента, у второго слоя. То есть я хочу сделать типа crossfade, ну это просто fade-in получается, когда у нас накладывается какой-то слой, и у него плавно альфа растет с 0 до 1. Вот я, собственно, ей передаю transition progress. Дальше я этот имидж композирую точно так же поверх имиджа. Ну и, естественно, его тоже надо тут фитить. Вот так вот это будет выглядеть. Окей. Дальше можно попробовать, например, сделать его красивее. Я вот сделал для него, например, blur. И умножаю на обратный прогресс. То есть blur у нас сначала будет 30 и спадет в 0. Уже прикольнее. И можно, например, попробовать поиграться с трансформациями. Здесь я меняю scale на прогресс скейла. Я его сглаживаю, чтобы был более плавный переход. И, собственно, я меняю scale на прогресс скейла, а это у меня будет тоже значение от 0 до 1. И там как-нибудь видоизменяю rotation. И выглядит это будет так. Тыдыч. Класс. Окей. Транзишн сделали. Возможно, мы хотим теперь поверх этого всего применить какие-то фильтры. Тут вообще все просто. Я сделал extension, который просто применяет какой-то фильтр, CI-фильтр, в данном случае CI-фотоэффект Noir. И после фильтра будет выглядеть так. И это будет наложено уже и на транзишн, на все на свете, потому что у нас здесь пайплайн, мы последовательно обрабатываем изображение. Дальше я бы хотел, допустим, добавить какую-то картинку сверху. У меня есть картинка, и я ее композирую. И перед этим мне надо ее зафитить в контекст.
Я любую картинку растягиваю на весь экран и позиционирую по центру. И уже после позиционирую ее относительно какого-то относительно UV координатной сетки. И теперь мы можем ей, допустим, поменять origin и scale, сделать ей, допустим, 0.3. 0.3 это будет значить, что ее размер будет 0.3 от высоты экрана в данном случае. Окей, располагается ок. И в данном случае, если мы попробуем, например, изменить размер канваса, сделать его чуть-чуть более квадратным, мы видим, что у нас плюс-минус сохранилось позиционирование. И последнее, что хотел показать, как можно комбинировать CI-фильтры. Например, я вот сделал extension Edge Shadow, который добавляет тень под image. Я вот хочу под эту картинку добавить тень. Для этого я беру себя, apply себе Gaussian Blur, меняю себе альфу и делаю себя полностью черным. Это вот отдельно тень. А потом на тень сверху я накладываю себя уже без тени. И получается такая копия картинки, заблюренная и черная. И это, получается, уже отдельно процессится вне контекста рендеринга. И вот там появилась тень. Надеюсь, видно. По поводу видеокомпозиции, наверное, у меня все. А, еще хотел показать такие штуки, как блендинг-моды. Это режимы смешивания, которые... По факту они это правило того, как при наложении один цвет смешивается с другим. То есть когда мы на самом деле делаем композицию двух слоев, у нас просто говорит, что какой-то цвет имеет приоритет над другим, тот, что выше. Но мы можем менять. Мы можем, например, умножить один цвет на другой, разделить один цвет на другой. Вот через CI-фильтры я просто это вынес такой анамчик, и который просто говорит, каким имя фильтром, которым надо композировать. И там есть куча сразу блендинг-модов. Можем, например, вот попробовать Color Burn. И это будет выглядеть так. Можно, например, попробовать еще difference. Это значит, что это будет разница между этими между каждым цветом при смешивании. Окей. Чуть-чуть еще раз пройдемся, потому что сейчас случилось. Мы хотим скомпозировать вот такой кадр. У нас происходит отрисовка каждого из слоев по отдельности. Дальше нам нужно каждый из этих слоев спозиционировать на нашем канвасе. После этого мы применяем какие-то фильтры, меняем там прозрачность, потом делаем отдельную композицию того, что мы накладываем. Ну, по-хорошему, это там можно где-то еще отдельно кэшировать. Точно так же позиционируем это на весь экран. И после этого уже делаем относительное позиционирование. Окей. Аудиомикс. Как сделать миксинг аудио? Для этого вернемся назад. И у нас есть аудиомиксинг. Сейчас я подсворачиваю, чтобы не мешало. Окей. У нас есть метод, который создает аудиомикс. И мы для начала просто создаем AV Mutable Audio Mix. Потом мы создаем композицию. В данном случае я прям в композицию передаю Audio Mix, чтобы его заполнить в момент создания композиции, заполнить его данными. Затем мы создаем item, точно так же, как и раньше. Для красоты я оставил нашу видеокомпозицию с композитором. И точно так же рядом с видеокомпозицией мы к item можем присетить Audio Mix. И Apple всегда рекомендуют делать немутабельные копии, что мы делаем всегда копии S, там, Audio Mix или AV Composition. И проигрываем. Как это выглядит создание самого микса? Я взял за основу видеокомпозицию, которую мы создавали до этого, чтобы не повторяться с созданием видоса. И здесь что нас интересует? У нас есть Audio Overlap. Это время, за который будет фейд-ин и фейд-аут у аудиотрека. Допустим, вот возьмем это за задачу.
И у нас есть аудиотрек. Мы точно так же достаем из ассетов аудиотреки. И дальше создаем composition трек на каждый. Все точно так же, как и делали с аудио. У нас есть какие-то рейнджи, которые мы вставляем. Мы делаем пересечения. И дальше мы создаем такую штуку, как AVM Mutable Audio Mix Input Parameters. Это параметры для какого-то конкретного трека. Ну, вот мы создали этот трек и говорим, что вот это будут параметры для вот этого трека. Дальше мы этим аудиопараметрам говорим, собственно, как они будут видоизменяться. Вот в данном примере это можно делать. Просто set volume я сделал. Set volume ramp — это значит, что время будет возрастать с нуля, громкость будет возрастать с нуля до единицы на протяжении вот этого вот диапазона. То есть это диапазон, там, грубо говоря, с нулевой там, по вторую секунду у меня время громкость возрастает. И точно так же в обратном направлении, когда трек заканчивается, у нас будет переход с единицы до нуля. Дальше мы аудиомиксу говорим input parameters append наши параметры, то есть просто заполняем массив в этом аудиомиксе. И в целом все. Надеюсь, звук слышно. В целом, это все про аудиомикс. Там можно делать более advanced вещи, там можно прямо из Logic Audio Unit встраивать, но в рамках видеоредактора мы кроме громкости особо ничего не контролируем. И последнее, что хотел показать, это export session. То есть мы вот это все сделали, и нам бы хотелось из этого всего получить файл. Как это делается? Раньше мы заполняли данными player item. Но если мы хотим сделать экспорт, у нас нет player item, у нас есть Export Session. Поэтому мы берем все эти вещи, которые мы создавали ранее, аудиомикс, композиция, видеокомпозиция, и я вот сделал метод, которым я говорю, что я хочу это все заэкспортировать. Далее нам нужно определиться с типом данных, которые мы будем экспортировать. Я выбрал MP4, и как output folder, место, куда мы будем это все сохранять, я выбрал temporary directory, просто temp-папка. И дальше мы создаем Export Session. Здесь нам нужно указать пресет, по которому мы будем экспортить. Я хочу это Full HD видос с разрешением 1920 на 1080. Вот. У нас есть тут разные пресеты, 4К, 4К с альфой, там HEVC, это если мы хотим новый кловый контейнер вязать. Но, допустим, при помощи Export Session мы не можем создать видос с размером там, 600 на 600. То есть мы должны быть в рамках этих пресетов. Если мы хотим кастомный экспорт, нам нужно копать в сторону. Есть AV Asset Writer, это более низкоуровневая API. Но в данном случае нам хватит и Export Session. Дальше мы точно так же, как Player Item, просвечиваем ему видеокомпозицию и аудиомикс. И здесь я создаю таймер. Это такое упрощение, но на самом деле просто у Export Session есть прогресс-свойство, по которому мы можем мониторить собственно, прогресс экспорта, но оно не KVO observable, поэтому я просто опрашиваю раз какое-то время и спрашиваю прогресс экспорта. И дальше, собственно, что нам нужно сделать? Это по-хорошему нам надо определить, можем ли мы экспортировать в формат, который мы решили. Для этого мы вызываем determine compatible file types и просто смотрим, если в этих типах есть наш желаемый тип, вот этот MP4, то все окей, продолжаем дальше. После этого нам нужно установить экспорт сессии output file type и output URL собрать. Ну, я вот просто рандомное имя какое-то сгенерил в нашей папке, в которой мы хотим экспортить. И, собственно, все. Мы вызываем экспорт asynchronously и ожидаем, пока закончится экспорт. Вот у нас пошел экспорт. В симуляторе работает он долго, это окей. На девайсе там в 10-20 раз быстрее может быть. Сейчас экспортируется часть с видео. Как только закончится видео, и там будет только хвост с аудио, оно ускорится.
Все готово. И мы можем посмотреть, что у нас получилось в результате. Вот видос, который получился в результате. Аудио почему-то сейчас воспроизводится мне в наушник, но оно есть. Окей. Что еще? С какими челленджами мне пришлось еще столкнуться? Это была разработка Performant UI, потому что в целом вообще очень важно в видеоредакторе, чтобы был хороший перформанс, там было много челленджей. Это кэширование данных, там нужно было прям очень много вещей делать по поводу оптимизации рендеринга, не перерисовывать лишний раз какой-то слой, сохранять сведенные слои, переиспользовать CG-контекст, кэшировать превьюхи на диске. К сожалению, я не смог это вместить в рамки этого доклада. Реверс-видео — это был такой тоже челлендж. Нельзя в Foundation просто взять и, например, развернуть видео задом наперед. Можно только его отрендерить задом наперед и после этого заменить свой видос. А рендеринг видоса задом наперед, там тоже свои проблемы с памятью. Вот, в общем, тоже было очень интересно. Кастомные фильтры транзишена, это все пишется при помощи шейдеров, ну, либо metal каких-то кернелей, CI-фильтров. Вот, там тоже было интересно, потому что это совсем другая парадигма программирования. И построение самой архитектуры, я выбрал node-based архитектуру, то есть у меня есть какие-то узлы, у которых есть какие-то свойства, они могут быть визуальным, аудиальным контентом, например, и они наполняют собой таймлайн. Вот, там тоже были какие-то моменты. Менеджмент проектов, то, как они сохраняются, то, как сделать, чтобы их в будущем можно было расширять и мигрировать. Это проект, в смысле, вот, пользователь в приложении создал свой проект, хранить и мигрировать. Это undo redo management. Это тоже такой челленджинг штука. Можно просто там каждый раз сохранять состояние, но это долго, и там вот тоже были очень много интересных штук. Отрисовка текста. В конце концов, мне пришлось просто core текстом рисовать лейеры, потому что мне не подходил CA-контекст, CG-контекст, вернее. В целом у меня все. Хотелось бы еще хотеть сказать пару слов о том, что мы ищем разработчиков. Наша компания постоянно расширяется. В данный момент у нас открыта пара вакансий. Мы ищем iOS-инженера на видеоредактор, конкретно на вот этот проект, которым я сейчас занимаюсь. Если у вас есть релевантный опыт, буду рад вас видеть у себя в команде. Впереди много интересных фич. Также мы ищем iOS-инженера на health and fitness направление. Детальное описание вакансий вы найдете по QR-коду. И также сегодня в формате VirtualBus будет общение с двумя iOS-лидами из нашей компании в 12:00 и 14:00. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Готов отвечать на вопросы. Не слышу ничего. Так. Так, я не слышу модератора, к сожалению.
Зараз чути? Скажіть, чи зараз чути? Так, секунд через 30 має підтягнутися мій звук, мабуть. Так. От тут чути тепер? О, тепер я тепер слышу. Да, супер, да, клас. Це в мене перемикався. Коротше, неважливо. Там угу. Хотів сказати, що в нас стосовно запитань найбільше було... Чи буде лінк на цей проект, який ти демонстрував? Да, конечно, я все запакую вот буквально через пару часов и добавлю, и презентацию добавлю, все будет. Клас. Того, що мені особисто треба буде, мабуть, на слоумо подивитися ще й запис твій, бо я за всім особисто не спостерігав. Ну, мене... Я постарався дуже. Клас, клас, ти молодець, справився і круто в тебе все вийшло, я вважаю. От, наступне запитання буде про те, що як буде це все працювати з здоровими треками і особливо з здоровими відео. Наскільки воно оптимізовано і наскільки воно тягне? Я пробував от по такій концепції заганяти підряд три серії Twin Peaks, працювало отлично. Смысл в том, что мы как бы файлы находятся на диске, они не находятся в оперативке, когда ассеты, они просто стримят с диска, у них есть просто интерфейсы стриминга и чтения с диска. Поэтому мы в целом, нам все равно вообще какой длины видос, потому что все находится на диске, и мы запрашиваем какой-то конкретный сегмент, ну только при воспроизведении. Вот. Окей. Хорошо будет работать. Да, класс. Клас. Там думаю, більше UI буде тормозити. Ага, так, я якраз хотів запитати про те, ну, ту ще другу частину, коли ти все нарізав, але його немає в демо. Ну, а, до речі, буде в цьому проєкті, який ти скинеш, ще й UI-на складова? UI-на составляюча? Ні, ну, там не буде. Тому що, ну, я просто хотів і про нього розказати, але на самом деле я зрозумів, що це потягне ще на один доклад. Угу. Вот, поэтому сюда оно не влезет. Если у кого-то есть какие-то прям конкретные вопросы, я всегда рад ответить. Я доступен, я скинул там еще свои контакты. Окей, клас. Так. Ще запитання, чи можна створити власний фільтр і які інструменти є для цього? Ти частково да, сказав конечно. Про метал. Да, можна. От. Сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, с 12 оси можно делать Core Image фильтры при помощи Metal шейдеров. А также уже очень давно можно делать, есть CI Kernel Language. Я, кстати, о нем узнал на воркшопе в том году. Вот. И есть такая штука, как CI Kernel Language. Это некий аналог, есть в целом шейдерные языки. Это HLSL, который используется в OpenGL. И вот CI Kernel Language, он очень на него похож, можно прям находить в интернете шейдеры и чуть-чуть корректировать синтаксис, и они будут работать. Для этого просто погуглите CI, Custom CI Kernel, и там довольно много информации по этому поводу, можно создавать свои фильтры. Класс, круто. Ще, я не знаю, чи можеш ти повернутися в своїй презентації, там був момент про систему координат. Я думаю, найкраще це, якщо да. ти до неї повернешся, тому що там... Було запитання, що 0-0 було... Де воно знаходиться, коротше, 0-0? Ну, от я відкрив внизу сліва. Ага, внизу ліворуч. Да. Ну, це на самом деле не важно, яку ми приймемо систему координат. Я її взяв із-за того, що коли я пилив там шейдери, я в цілому чуть-чуть підпривик в ній працювати. Не важно, какую, мне кажется, тут важно просто то, что она должна быть относительной, и там да, как угодно. Это просто вот пример, как я принял, и бенефит того, что мы можем позиционировать как угодно при растягивании. Угу. Вот. Наступне запитання. Чи приходилось тобі, чи доводилось покривати логіку композиції там аудіо, відео якимись юніт-тестами? І якщо так, то чи є в цьому якісь підводні камені? Это в целом в процессе. Проблема в том, что мы не можем... AV-композиция дает очень мало дебаг-аутпута. Соответственно, мы не можем, кроме как визуально иногда, никаким образом снять результаты работ. Поэтому это можно тестировать, но можно тестировать очень номинально. Допустим, мы вставили какой-то трек, и вот у нас общая композиция увеличилась на какую-то длину. Просто снимаем показатели типа duration. Вот. Можно, конечно, подумать что-то по поводу снапшотинга, я такого еще не делал. Я сейчас выношу всю эту логику в отдельную библиотеку,
И вот там я покрываю тестами, именно вот такими более логическими. То есть я какую-то штуку всунул в таймлайн, он должен увеличиться. Я там засплитил какую-то штуку, теперь вместо одной должно стать две. Такие штуки, естественно, можно тестить просто как и любую логику. А вот именно то, что в конце концов у нас есть какой-то результат после чего-то, именно визуальный результат, а если еще и аудио пробовать тестить, я вообще не представляю, как это делать, честно говоря. Ну, можно пробовать что-то придумать, конечно, это будет что-то интересное и сложное. Вот. Но я бы посмотрел в сторону, можно попробовать делать снапшоты. Но, опять же, еще вот стоит оговориться о том, что, допустим, если мы используем какие-то метал-шейдеры, то Metal CI Kernel, они не работают на симуляторе, например. Вот. То есть есть такие моменты, что нам еще надо, наверное, будет, чтобы полностью хорошо все тестить, нам надо будет еще использовать для этого девайс и с него как-то снимать скрин и как-то дифать результат выдачи. Вот. Но в целом можно пробовать именно рендерить картинки и пробовать их дифать с нашим эталоном каким-то. Это можно делать, но я этого не делал. Мені чомусь, знаєш, цей процес все рівно чомусь для мене, можливо, такий підхід, схожий на метод проб і помилок. Тому що, ну, типу, підібрав, подивився. Ну, навіть якщо читаючи документацію, все рівно це дуже про візуал. Ну, документація мені... там просто така. Мабуть, як в macOS. Apple просто дуже любить ігнорувати в документації таку штуку, як example. Просто они могут написать кучу очень всего сухого, непонятного, а потом ты просто... Я, например, многие вещи просто брал строчку кода, и я ищу ее на GitHub, и просто вставляю, смотрю, а как вообще такое пишут? Ну, вот как такое делают? Просто фильтрую там по Swift или OpsC, и смотрю просто, как вообще такое обычно пишут, и потом, вот так вот это работает. Ну, от по-чесному, десь скільки в тебе часу зайняло на даний момент, щоб ти дійшов до такого рівня, як зараз? Скільки десь триває це все? Іменно з відосами? З відосами. Скільки десь часу? Ну, у нас по чуть-чуть були різні задачі з відосами. Я починав ними інтересуватися, це було десь год назад. Ну, от коли, мабуть, може півтора, навіть коли у нас там... Видео, у нас фитнес-приложения там были воркауты, их надо было располагать друг за другом, еще оверлеи какие-то на них нарендерить, но это все на уровне воспроизведения. То есть я тогда макнулся так где-то, может, месяца на 2-3, и вот сейчас, наверное, последние полгода. Uh-huh. Вот. И там очень много штук есть разных, я тут действительно прям не смог все показать. Окей, запитую ще, скільки десь по часу буде... як залежить, я так розумію, рендер від довжини самого відео? Ну как, он пропорціонален ему, конечно. Ні, ну я маю на увазі, ну скільки десь там одна хвилина на пристрої, там, не знаю, на 11-му айфоні, чи на який в тебе є в доступі, десь займає рендерингу. Може так. На рендеринг влияє дуже багато показателей. Длина відео – це часто не показатель, тому що відоси закодировані, і нам треба... Что происходит при рендеринге? Мы берем исходный видос, разжимаем его, рисуем его в память, не сжатым уже. Это занимает какое-то время, это зависит даже от того, как он закодирован, каким кодеком. Вот. Даже на самом деле каждый последующий кадр раскодировать занимает разное время, потому что один кадр строится на основе предыдущего. В целом это быстрее, чем воспроизведение точно. Просто рендеринг делается as soon as possible, как бы as fast as possible. Потому что у нас нет вот этой лимитации того, что у нас есть скорость воспроизведения какая-то. То есть он, грубо говоря, воспроизводится в файл с максимально доступной, в максимально возможной скоростью. Вот. Зависит это, ну не знаю, у меня, допустим, я та же вот серия Twin Peaks, у меня экспортировалась, наверное, минут, по-моему, 8 или 9. Но она была в плохом качестве и все такое. Ну то есть она там где-то занимает, где-то идет 50 минут. И плюс это еще все зависит от того, какие эффекты мы применили, потому что где-то у нас в каком-то моменте у нас есть заглушка, типа, вот мы сейчас начинаем рисовать сложные эффекты, вот этот вот конкретно сегмент будет долго рисоваться. Вот как сейчас в примере, например, когда видосы закончились и было только аудио, мы дошли там до 38%, и потом бамс, все очень быстро закончилось, потому что там с аудио проще в этом плане, просто меньше ресурсов требуется. Окей. Так, наступне запитання. Хочу, щоб ти трошки більше, якщо є можливість, розповів про Undo Redo. Як ти вирішував, я так розумію, цю проблему? Undo Redo я зробив при помощі LinkedIn-листа, в
котором есть некие события, которые происходят, то есть есть какой-то сплит, есть linked list, и они связаны друг с другом. Вот. И, собственно, каждое следующее действие, оно содержит информацию о том, каждое совершенное действие содержит информацию о том, как его заревертить. То есть я сделал, допустим, сплит двух видосов, и при этом сплите, при коммите этого экшена, то есть я по факту сделал такую транзакционную систему, в которой ты совершаешь какие-то действия, изменения над композицией, потом говоришь, я закоммитил эти действия. То есть сплит там это взять один видос, укоротить в одну сторону, второй в другую сторону и там расположить их на композиции. И потом я говорю, коммит. И вот это вот состояние, оно дифается и создается обратное действие, как его отменить. И у меня получается linked list этих действий, и каждая, и мы находимся в каком-то положении, и мы просто смотрим, что у нас левый член linked list, это вот наше предыдущее действие. Для его перехода нужно применить у себя отмену и потом сдвинуть linked list. Примерно так. Окей, и потім, якщо що, то відповідно його просто з linked list видаляєш. Ну, а потім в ряду, да. Угу. Ряду в обратну сторону просто хочеш поміняти. Окей. Дивись, запитую, наскільки часто тобі приходилось зустрічатися з такими проблемами, які залежать саме від пристрою? Наприклад, кажуть, що в SE 2020 року, який вийшов весною, та там, коли записуєш звук, то він в порівнянні з іншими моделями тихий. От, чи зустрічав ти щось типу такого, і якщо так, то з якими такими цікавими багами ти перетинався? Я, чесно говоря, дуже ждав того, що я з цим столкнусь. Я прямо думав, що це стопудово буде, вже таке треба тестити на всіх девайсах. Ну, в итоге ні. В итоге, от через AV Foundation, в цілому всі Metal Compatible Devices працюють ок, по крайній мірі. Наші тестувальники нічого такого прямо не знаходили, іменно device-related. Тобто Было что-то специфичное, помню, было с памятью, но это было связано с осью. А так вот мне за весь процесс разработки я не сталкивался именно с чем-то. От размера экрана была штука, ну просто баги, классические баги, они фиксились, а вот так не приходилось сталкиваться. Окей, давай у нас еще 2.30. І, тут таке коротке запитання. Чи був в тебе досвід рендера анімації UIKit відео? Якщо да, чи можеш пару слов про імплементацію сказати? Да, був. Отказався від використання конкретно UIKit, тому що UIKit ми повинні синхронізувати через main queue. Це дуже довго. Тобто можна, але буде тормозити, тому що нам треба всі обновлення, якщо ми хочемо, допустимо, рисувати якусь в'юху, там UI лейбл, да, ми коли міняємо там фрейм або що угодно, нам треба обов'язково робити в головному потоці. Так как у нас вся отрисовка происходит в бэкграундном потоке, то мы не можем себе этого позволить. Вот. Но в целом, если у нас есть какой-то статичный кадр, у нас UI-вьюха бэкается всегда CA-лейером, и этот лейер имеет контент. Этот контент — это по факту CG-контент. И мы можем его нарисовать в CG-контекст. Это просто гуглится там как how to draw UI-view on image там, или что-нибудь такое. Вот. И когда у нас есть уже CG-контекст, мы можем работать с ним в бэкграунде, и мы можем его напечатать на CI-контекст. Вот. Там при помощи манипуляций, там надо будет, по-моему, еще инвертировать координатную сетку, потому что он вверх ногами будет печатать. И там были еще проблемы с цветами. То, что там цвета то ли инвертировались, то ли пропадали компоненты. В общем, надо еще фиксить color space CG-контексту, но можно. У меня в целом все построено на леерах, и лучше рисовать именно свои леери. Перервати, тому що 55 секунд, я ще маю сподякувати, по-перше, тобі за реально дуже крутий спіч. Я прям отримав задоволення і по-любому його передивлюсь, спасибо. Тому що я далекий від відео, зараз я більше там про Bluetooth, про hardware, от, і в мене є до цього великий інтерес, насправді, давно, тому що користуюсь, наприклад, Final Cut Pro і цікаво, як це все робиться. Нашим глядачам хочу сказати, що ви можете в альфа-стейджі поставити ще додаткові запитання, які у вас залишились. Макс має піти туди після того, після нашої зустрічі. А о 12.30 на Альфа-потоці вже буде наш наступний спікер. Він до нас завітає з компанії Grab. От, буде англомовний. Надіюсь, ні для кого це не буде проблемою. Тому зустрінемось десь через півгодинки. До зустрічі. Па-па.